Квартира на Средиземноморском побережье с отельной инфраструктурой по цене хрущевки возле МКАДа – это реальность. Друзья, всего один ваш лайк, и я дам 5 вот этому кактусу. Добрый день, дорогие друзья! С вами Турция, Алания и компания Распроперти. Мы находимся в самом популярном среди русскоговорящего населения районе Махмутлар. Температура у нас 31 градус, и сегодня мы вам покажем квартиру вот в этом комплексе. А сейчас мы находимся на третьем этаже данного комплекса. В квартире площадью 65 квадратных метров, планировки 1+1. Это спальня, санузел и кухня, совмещенная с гостиной. А сейчас нахожусь в коридоре, в котором уже есть встроенный шкаф для верхней одежды с зеркалами, электрощитовая, выключатели и домофон, кстати, с видеокамерой. Как мы видим, на кухне уже есть встроенная корпусная мебель. И я думаю, что данная квартира будет идеальна для тех, кто хочет владеть свои самые смелые дизайнерские решения. А в этом, кстати, вам поможет наш постпродажный сервис от компании Распроперти. А решать, какая именно будет мебель и бытовая техника в этой квартире, именно вам. Кстати, сквозь панорамные окна мы вышли на балкон. Так как комплекс у нас находится в Махмутларе, и мы помним, что здесь достаточно плотная застройка, то именно в этом комплексе от этой плотной застройки вас защищает большая зеленая территория и бассейн. Также на балконе у нас есть ниша, где может спрятаться ваша система кондиционирования и пространство для вашего домашнего инвентаря. Также из балкона у нас есть выход в спальню. Из кухни, совмещенной с гостиной, мы попадаем в одну спальню этой квартиры. Эта спальня может вместить в себя двухспальную кровать, прикроватные тумбочки, ну и, конечно же, платяной шкаф. А эти панорамные окна ведут нас прямо на балкон. Кстати, еще одним плюсом данного комплекса является наличие пожарной сигнализации. Поэтому, если вдруг забудете выключить утюг, не беспокойтесь, вам об этом напомнят. Комплекс расположился всего лишь в 500 метрах от Средиземного моря, построен в 2016 году, что говорит о том, что комплекс у нас совсем новый, а айдат 25 евро, переведя на турецкие лиры всего лишь 150-160 лир. Вы, наверное, сейчас подумаете, что за такую стоимость здесь не будет никакой инфраструктуры, но мы вас приятно удивим, здесь отельная инфраструктура. Не верится? Пойдемте посмотрим. Я уверен, вы уже поставили лайк, и поэтому я выполню свое обещание. Это было больно, но ваши лайки того стоят. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх. А если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях. Наши лучшие менеджеры на них вам с радостью ответят. А если вам понравились все эти апартаменты, то заходите на наш сайт rasproperty.ru и вводите ID 6901. И помните, что наша компания дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. До скорого!